Мы включаем крайний срок погашения задолженности до 15 июля. Начинайте погашать задолженность. Компания Евгения Музыченко занимается капитальным ремонтом инженерных сетей. За два года накопился немаленький долг – 829 100 рублей. Вызвали на заседание комиссии по погашению налоговых задолженностей. Мы планировали выполнить работы в прошлом году, но вследствие пандемии выполнить их не удалось. Мы получили аванс, который был истрачен на выполнение текущих работ. Но выполнить физически не удалось, да, поэтому... После оплаты работ заказчиком, да, выполненных работ, мы вам оплатим. Общая сумма задолженности организации физических лиц, приглашенных на заседание, составила 31 миллион 300 тысяч рублей. Некоторые успели урегулировать вопрос с задолженностью и предъявили членам комиссии подтверждающие документы. Другие выплатят долги по налогам и аренде буквально в ближайшее время. В противном случае разбираться в ситуации будут уже судебные приставы. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».